Давай готовь напитки. Сделать напитки для всех. А, для всех, наверное, тоже будет считаться как один. Ну ладно, плевать. Пускай. Ну куда ты поставила грязную тарелку? Она, конечно, пока чистая, но... Это пошла тут фигачить. Господи, призрак еще явился. Да, ребят. А, блин. Не он же организатор. Вот организатор. Он должен благодарить за посещение. Угу. Именно так. А ты пока танцуй. Танцевать вместе. Пошла жара. Ты кто такая, блин? Блинский конь. Мусульманка, что ли? Или чё? Чё это такое? Что это такое? Это чтоб головой не билось по детству-то, а? Это же... Это дочка внебрачная вот этого чувака, который какого-то хрена спит. Вставай, придурок, здесь твоя дочь. Одна из них. Ну, а что вообще с ней можно сделать? Выразить большую любовь. Так. Это интересно. Ну ладно, давай. Ну и что, вы считаете, что никто ее не слушает? То есть считается, что сейчас только один человек слушает музыку, а все остальные просто так дрыгаются наугад, да? Слушать. Как-то так. Тикс. Вот это вот дурацкое вообще. Пусть персонажи будут счастливы в одно и то же время. Они прям вообще в депрессии все. Так, Роман. Ну ты чё? Ты готовишь что-нибудь, а? Ну готовь давай, чё ты там это? Да хорош уже. О. Давай. Поблагодарить за посещение. Давай, благодари за посещение. Подлизывайся больше. Пусть персонажи едят в одно и то же время. Господи, что за жральный фетиш просто здесь устроили? Ладно. Рассказать историю. Ну ладно, сначала пускай пожрут. Может еще золото получим. Кто его знает. Было бы неплохо. Давай, 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 все, все, все. Приходите. Подходите, не стесняйтесь, жратвы на всех хватит. Ну бери, бери, бери. Но бери ты, не стесняйся, ёперный те... Ты совсем тупая, что ли? Ну тогда... Бери чипс. Это тоже можно, я думаю, это тоже будет считаться за жратву. Да. Так, далее. Рассказать историю нужно. Рассказать историю. Выдуманные дурные вести. Здесь никто ни с кем не знаком еще. Смотрите, коптить. Да гребаные призраки.
Так. Дружелюбные действия. Так. Дед, ты истории-то? Грустную историю. Ты давай что-нибудь рассказывай кому-нибудь. Неважно кому. Тебе, например. История, история. Занимательную историю. А ты? Хорош жрать, будешь рассказывать. А не помню, кому там начали рассказывать. Вот тебе пускай. Скандальную историю. Блин, сделать десерт еще нужно. Да хорош уже слушать это говно. Смотрите, все зависли просто. Ребят, вы чё? Ребят, время идет, вы чё такие тупые? Запарили, короче. Готовить. Торт надо готовить. Я сказал, готовь торт. Да давай уже рассказывай что-нибудь, блин, скиконь, ты чё вы тупите? Я хочу это. Золото. Занимательную историю рассказывай. Вот надо тупить полчаса. Куда она... А, нет, она готовит нормально. Ну чё ты, вот чё они тупят-то? Ядрить, коптить. А, ребят, ну вы чё? Фига себе, дед отжигает, слушайте. Потрясающе. Так, одна история есть. Все, заканчивай с ней. Теперь надо рассказать этому чуваку историю. Блин, он не знает его. Ты че никого не знаешь, ты парень? Ну ты че? Давай, занимательную историю, все. Она не успеет приготовить десерт. Наверное. Ну давай, действуй. Ну все, это посос как бы. Это просто посос. А историю мы рассказать не успеем. Угу. Это плохо. Это плохо. Да рассказывай ты быстрее свои байки. Ну, пожалуйста. 17 минут. Не надо с ним болтать. Рассказывай историю, дурень ты тупорылый. Не надо с ним болтать. Чё ты как этот, блин? Я сказал, расскажи ты грёбаную историю. Всё. Ну, давай, пожалуйста, успей. Есть! Блин, за считанные секунды просто. Пипец какой, а? Какой пипец? Так. Что
Стальная кофеварка и полка для кастрюлей. Потрясающе. Потрясающе. Что тут скажешь? Просто потрясающе. Полка для кастрюлей. Я думал, ну... Куда мне еще одна кофеварка? Я этой-то не пользуюсь. Никто ей не пользуется. Ладно. Что это за дешевый закос под Мону Лизу? Так, давай. Посрать. Принять душ. И ввалиться в состояние вдохновения. Ну и, короче говоря, попытаться написать еще один шедевр. Давай, давай, давай. Оп. Импрессионистская картина, пожалуйста, прошу вас. Далее что? Это завалилось спать? Да, не все завалились спать. И нормально вообще, а можно было убрать, не? Нельзя, понятно, ладно. Вопросов нету. Не понял. Ты долбанулась, что ли? Ты только что дрыхла, нафига ты встала-то? На половине этого. Встала и начала качаться. Норм вообще. Пипец. А, ну это возбуждающая обстановка, да-да-да-да. Чё, шедевр сделал? Да хер там был. Ой, как эти шедевры заколупали. Чё ты шедевр-то в последнее время? Чё-то вообще никак, вообще ни в каком состоянии. Ну, к чертям этот... Мольберт. Купим... Что-то более убедительное, скажем так. А что это такое? Я прочитал зрение, не к черту. Я прочитал вместо «разомните свои пальчики», я прочитал как «разомните ствол школьника». Ну, понятно, это типа твистера, не знаю. А вот, смотрите, качество картины. Вот на что Мольберт влияет. Но! Вы стебетесь, а? Погодите, а если я... Устроюсь на работу художником, то что? То что? А здесь какое качество? 4, ну конечно, да. Поэтому мне не фартит. О, вдохновляющая обстановка. Вот у гитары как раз. О, господи. Ну, это хардкор. А там что было?